Барсюта. Да я решила цикорий попить. И вот сыр виола. Ну на, попробуй. Ну а что ты тогда сюда прилез со своим любопытным носом? Ну-кать. Ну, тебе хлебушка. Просто решил компанию маме составить, да? Я вообще заметила, что когда я на ночь пью цикорий со сливками или с молоком, то я хорошо засыпаю. Вот уже несколько раз я проверила. И даже бывает, допустим, просыпаюсь ночью и потом заснуть не могу. Иду на кухню, делаю себе цикорий, ложусь и засыпаю. Это там масло слезал с хлеба, да? Хлеб ароматный. Маслица слезала. Сейчас я ему еще положу маслица. На. Вот масло захотел ребенок. Потянула на масло кота. Вкусно, да, Бар? Ну, иногда можно чуть-чуть, правильно? Ну, захотелось котику маслица. Как облизывается. Чтобы еще, да, чтобы еще. Не больше масла не буду ему давать, потому что это вредно все-таки для котов, да? Как облизывается котик. Ой, понравилось маслице, да? Значит, хорошая. Нет, именно ищет масло. Ну ладно, все.